Всем здорово, как вы видите, я сейчас нахожусь на даче. И момент этого видеоролика, когда он выходит, сейчас, наверное, уже май, и там где-то 7, 9, может, 10 мая. На самом деле, 1 мая только. Сегодня мы играем в свою Лигу Чемпионов. Жеребьевка была мне на канале еще где-то месяца 4-5 назад. Кто не видел, ссылочка в описании. Сегодня мы играем мячом Лиги Чемпионов. Сегодня у нас пары. Бавария — Манчестер Сити, Рома — Барселона. В общем, я играю за Барселону, он за Рому. Бавария — Манчестер Сити, я играю за Баварию, он за Сити. Погнали, у нас обычные пенальти, 5 ударов. В итоге потом у нас будет четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Проигравший получит ничего, а победитель получит все. We sell the clowns around, it look like Circus Soleil. This is not the album either, these are just a throw. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Все, я буду тащить тебе 3 удара сам. Я буду тащить. Да нет! Все, я буду тащить тебе 3 удара сам. Я буду тащить. Я офигел, он забил 5 из 5. Ну, тут вообще без шансов. Я как начал ему подаюсь. А он тут... 5 из 5 делают! Короче, ладно, Рома проходит Барселону, поздравляю, они красавчики. Интереснее будет Лига Чемпионов, какой-нибудь Аякс выиграет. Ладно, короче, погнали. Кстати, извините, если не все команды будут в этой Лиге Чемпионов, потому что слишком много групп получится, мы хотим типа короткую сделать, и так много роликов будет. Короче, один ролик — это одна группа. Погнали, второе противостояние — Бавария — Манчестер Сити, там я его начну за Баварию. Погнали. Ребята, сори, то, что я, короче, тупанул, и камера, короче, у меня записалась вот так, извиняюсь за это. В общем, сейчас Бавария — Манчестер Сити, я пробил 2 удара, забил 1, погнали, 3 удар, Адидас затащит. Чё, дядь, ты попа? Проигрыш. Не знаю, но походу это проигрыш. Пацаны, счет сейчас видите у себя на экранах. Первый — это 5-3. Второй я отыгрался и сделал 3-1. Ролик, я думаю, получится короткий. Так что давайте еще вторую группу сюда засунем. Группа Б. Вот такие команды. Погнали, там есть Спартак, буду за него биться. Поехали. Пацаны, короче, я посмотрел группу. Просто я немножко думал, я ошибусь. Пацаны, сейчас просто офигительный закат. Сейчас просто идеальная погода, чтобы играть в футбол. Бабку построил на ворота. Максим стоит там, играет. Мяч Лиги Чемпионов, пацаны. Я надеюсь, сейчас Спартак затащит. Но если у них чемпионате не получится, я думаю, Лиги Чемпионов получится. Поехали. Спартак, Манчестер Юнайтед, пацаны. Это жопа битва. When you try your best, but you don't succeed. Сори, кого я подставил, подвел. Я просто знаю, меня футболисты Спартака смотрят. И что, здорово вам всем. У меня осталось 3 удара, забил 1. Глушаков. За лучшую Луис Адриану закончит красиво. Пацаны, если я сейчас еще один отбиваю, это победа. Ему нужно 2 из 2 забить. Пацаны, Спартак проходит дальше. Выигрываем Манчестер Юнайтед, он выходит из группы. И те, кто болел за Манчестер Юнайтед, пацаны, простите. Я, кстати, тоже поддерживаю этот футбольный клуб ВПЛ. ВПЛ, я болею за Манчестер Юнайтед. Погнали, последняя пара — это Наполи, Атлетико Мадрид. Будет интересно бить, погнали. Забыл напомнить, я играю за Наполи, Максим играет за Атлетико Мадрид. Ну, Наполи, я думаю, затащит. Пацаны, надеюсь, Наполи сейчас затащит. Бьет Инсинье, Инсинье. Сам последний серии Лиги Чемпионов я обязательно сделал нарезку лучших голов, лучших сейвов, лучших моментов. Погнали.
Like I talk to Shicey when I shot niggas. Like you seen him twirl, then he drop, nigga. And we keep the mind millies on my block, nigga. And Monte keep it on him, he done drop, niggas. And trigger. Два-два! Уже нормас! Да. Короче, народ, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Видос был то короткий, теперь он очень длинный. Я надеюсь его как-нибудь смонтировать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал меня, на его, моего брата. Ссылочки в описании. Смотрите жеребьевку, тоже ссылочка в описании. Сегодня мы провели две группы. И вот участники, которые прошли. Спартак, Атлетико Мадрид, Бавария и Рома. Здесь все. Потом будет жеребьевка плей-оффа Лиги Чемпионов. А следующие мы играем в группы. Ты что ты делаешь? Ну, короче, пацаны, ставьте лайки еще раз. И любите Лигу Чемпионов. Потому что прошли топовые команды, от которых я даже не ожидал. Следующая группа, последняя, это С и Д. Что нужно сказать моим ребятам? Пацаны, и всем просто пока.